Сургуте переходят на более дешевый метод ямочного ремонта. Это связано с тем, что температура асфальта уже почти достигла показателя в плюс 5 градусов. А это позволяет использовать более дешевый способ. При этом ямочный ремонт в Сургуте начался еще в апреле, когда асфальт был схвачен морозом. При таких температурах используется метод литого горячего асфальтобетона. Смесь битума, песка, минерального порошка и щебня нагревают до 240 градусов, что позволяет делать полотно даже в дождь и холод. Покрытие способно продержаться несколько десятилетий, но при этом является самым дорогим. Стоимость его укладки на 1 квадратный метр составляет около 5000 рублей. Уже 13 мая дорожники Сургута приступят к работам струйно-инъекционным методом. Этот способ более экономичный. Отмечу, что всего в этом году в Сургуте отремонтируют 11300 квадратных метров ям. Износоустойчивость уложенного литого асфальтобетона очень высокая, очень высокая. Значит, струйно-инъекционный способ при наших условиях эксплуатации дорог один сезон. То есть давайте сразу поймем, что струйно-инъекционный способ, он дешев, он мобилен, но обладает относительно невысоким ресурсом. И это нормативно. То есть его хватает на год. То есть мы снова идем, по большому счету, осуществляем ремонтную кампанию по тем же повреждениям, которые у нас были в прошлом году.